Ну, такой сложный матч для обеих команд. Честно говоря, так немножко качество поля удивило тоже в Сочи. Вот. Ну, первый тайм, наверное, получился такой более-менее равный, без каких-то там, наверное, да, больших таких опасных моментов, за исключением, наверное, штрафного, который Сочи исполнил неплохо. Вот, Никита нас выручил. Вот, у нас больше, конечно, получалось так выходить из-под давления. Фланги работали, но мы никак не могли сработать. Первое касание было совсем плохое под штрафной. Вот. Ну и грамотно защитники играли, вовремя выходили, немножко нас обезоружили, высокую линию пытались поймать. Вот. Но грамотно играли защитники сочинской команды. Второй тайм получился посложнее. Конечно, такое ощутимое преимущество было. Мы хорошо оборонялись. Вот. Где-то Сочи так на навал сбились. Ну и могли мы в контратаке, я думаю, все-таки там некоторые моменты получше использовать. Вот. Хорошо убегали, когда Морозов на прищепу отдавал, чуть поточнее. Ну, могли бы наказать так сочинцев за такой глубокий футбол в нашей обороне. Вот. Ну, в целом, ну, такая боевая ничья. Сложный матч, но мы так и думали, что нам предстоит достаточно сложный матч, потому что мы играли против команды, которая хорошо и предельно собрано играет в обороне. Первый тайм был, можно сказать, ровный. Что касается второго тайма, во втором тайме мы превосходили соперника, но не смогли воспользоваться преимуществом. Конечно, ничья, особенно дома, это недостаточно, потому что мы планировали набирать 3 очка, но теперь нам предстоит еще много матчей, мы продолжим свою работу и будем тренироваться, работать предельно собрано, со вниманием и с желанием побеждать в каждом матче.